Больше 30 заявок и только 6 в числе лучших стали известны победители в конкурсе президентских грантов. Всего 15 номинаций – развитие туризма, городской среды, спорта, социальной среды и многое другое. Авторы названия проектов опубликованы на сайте президента. В числе победителей с формулой инклюзии – республиканский благотворительный фонд «Мир равных возможностей». Уже 11 лет он поддерживает особенных людей со всего Приднестровья. Руководитель фонда Дмитрий Кузук. Проект начнут с интерактивных уроков для школьников, будут учить их общаться с особенными людьми. Часть денег потратят на новое спортивное оборудование для Центра адаптивного спорта в Бендерах. Получил продолжение проект «Древнерусская книжница» – православно-старообрядческая община Бендер. На эти средства в центре планируют обустроить реставрационную мастерскую, где будут восстанавливать старинные книги, конференц-зал, в котором, в частности, будут проводиться занятия по древнерусской каллиграфии, старославянскому языку и знаменному пению, а также благоустроить прилегающую территорию. Всего на поддержку проектов в этом году выделили 3 миллиона рублей. На один проект от 300 до 900 тысяч рублей.